5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Каждый год он посвящен определенной проблеме на мировом уровне. 2018 стал годом борьбы с пластиковым загрязнением. Идея нынешнего Всемирного дня окружающей среды проста. Отказ от пластика одноразового употребления. Не надо пользоваться тем, что нельзя использовать повторно. Сообща, мы сможем проложить путь к более чистому и зеленому миру, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. По данным Организации Объединенных Наций, ежегодно в мировой океан попадает около 13 миллионов тонн пластика. Каждую минуту покупается миллион пластиковых бутылок. И этот материал составляет десятую часть общего объема мусора. За последние 10 лет в мире произвели больше изделий из пластика, чем за предыдущие столетия. Бой загрязнению пластиком призывает всех нас объединиться для борьбы с одной из величайших экологических проблем нашего времени. Тема, выбранная страной, принимающей празднование в этом году, Индии, взывает каждому из нас с просьбой задуматься о том, что мы можем изменить в своей ежедневной жизни для облегчения давления пластикового загрязнения на окружающую среду, дикую природу и наше здоровье.